мы с Настенькой после последнего звонка едем сейчас до бабуси, до дяди Валеры. Сейчас возьмем дядю Валеру и поедем к нам. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитровна. В гости к вам решил приехать. Ага. Ну и все, давай, давай. Привет, привет. Ну что там, мы ж после дзвоника. А Сережка казав. Там же ж музыка так оре, а я глянула, ви дзвоните. А я думаю, як мені? Я ж там хлопаю, Поля танцює. Там же ж співи. Вот. Привет! Здравствуйте! Ну, я так это, снимаешь трошки. Полинка растет, то есть это, настойка растет не по дням, а по часам, да? Так, ну что, як вы тут живы-здоровы? Да, слава Богу, хорошо. Забираем Валеру и едем к нам. Будем там работать, потом приедем. Эти желтые цветы действительно очень красивы. А вот расцвели, какие красивые, яркие. Да, мои хорошие, малышик, Линдочка. А Линдочка что там? Вот тут у тебя Линдочка. А что с ней? Выиграл такую ямышу. А, то Линдочка. Ах, Линда, Линда. Тобі треба цих цвітів дати. Чи ти посадила? Ну, мені вот треба було чуть-чуть позже все-таки виривати. Два цвіта всього. І так все. Ти що? Конечно, вони не прийнялись. Ми слишком їх такими малютками були. Так сажали. І мені принесла Марковна вовща, тільки-тільки посходили. Ну, мені как-то, ну, не знаю, не пошло. Два цвіта і все. Ну, он ще в мене, а тут щось висохли, он. Ох, і жарко. Утро, і вже така жара. Диви, вон, бачиш, як цвітуть гарно? Да, я вижу, красиво. Диви, як гарно цвітуть. Ага. Ну що, все, собралися? Ну, я потім вирву собі хоч там немножко. Галявка. Все, скоро будем. А! А що, да, що ви купити? Еще? Да. Ага. Ладно. Я называла ее пиратулька, дулька, дулька. Ну вот они мы доехали с Божьей помощью. Да, с Божьей помощью доехали. И пират нас встречает. Пират вышел, да. Так, ну что, сначала мы же чаю попьем, потом будем носить. Хоть передохнуть. Да? Луна. Смотрите, быстрее, 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 там щенятки. Закрывайте, бо этот неизвестный пират что может сделать. Давай я привяжу тебя, пират. Пойдешь на привязь? Пошли. Ты пойдешь или не хочешь? Пойдем, пойдем, привяжу. Ах ты умница, ах ты умница. Что, пойдешь на привязь? Давай. Иди, мой хороший. Давай привяжу тебя. Не хочешь? А, так вот ты какой. А я думала, ты будешь слушаться. Давай. Иди сюда. Я не буду за тобой бегать. Не хочет на привязь. Ой, какие пузатики. Мама, ну отпусти, ты мешаешь. Так, а ты это... не уходи. Мам, я ж помогаю, не мешай. Где он дверь, лучше держи. Я ж помогаю. Чем? Мам, мне легче становится. Подожди, 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 тут ручка, что со мной тут? Ага. Мам, пусти, ну мне легче. Да, ну хорошо, неси, неси. Мы ее куда? Мы ее на летнюю кухню. Да. И надо собрать, чтобы была такая же. Алло, где? Она там. Ой-ой-ой, еще задела. Так, сейчас закрою пока. Так, несем кровать в летнюю кухню. Давай на стену. Ага. Давайте. И что, будет такая же история? Сейчас оно как-то... Она так и стояла там сначала. А ну, вверх.
Что, Вер? Некуда уже. Стой, стой, стекло, стекло. Ой, сейчас лопнет. Не-не-не. Выносим. На меня. Давай попробуем зашка. Развернем в ту сторону. Но в ту сторону оно не пойдет. Понизу, на... мы бы понизу его пустили, но в кресло. Вот так. А ну, наверх. Тяни его вперед как-то. Блин. Не-не-не, не получится. Надо его понизу, чтобы шкаф вообще не... Убери кресло, мам. Мам, я держу, убери кресло. Ой, подожди. Держи. Тут дядя Валера застрял, но он уже вверх. Нет, так а уже почти дошли. Нет, стой, стой. Вот так. Не-не-не. А что? Просто ставьте. Не, оно не пойдет. Оно не зайдет. Ой, не-не-не, оно все. Сейчас, я развернусь на ту сторону. Потому что он это... Не, а теперь только боком, иначе мы пошкребем вон двери и кровать. Мы заводили только боком. А мы боком заводили. Блин, разворачивай. Вот так еще чуть-чуть. Там пианино мешалось. Так, а теперь вот как мы там занесли? Это было, конечно, сложно очень. Вер, ой, долго мы там... на себя туда, на диван тяните же. Много времени потратили. Это как ребус. Головоломочка. Мне кажется, диван надо опять туда подвинуть, чтобы... О, еще чуть-чуть. Молодцы! Мы это сделали. И тоже надо поставить на это. Пока нужно. Давайте передохнем. Раз. Не-не, я сейчас возьму с той стороны. Валера, самое сложное будет, это носить диван. Кровать, вот, Валера, это типа первый этаж, а это второй. Смотри, теперь надо убрать вот тот диван, и мы поставим туда вот эти две кровати. А этот диван надо оттуда убрать. Ну ты один не уберешь, а не пойдешь. Подождите, так, давайте сперву. Сейчас, сейчас, тебе же подготовить надо. А зачем тебе диван? Его выбросить надо, поставить в сарай. Так что еще до сарая надо его дойти. Не все так просто. Ваши комментарии. А я поддерживаю их и снимаю. Так, а я уже поддержу. Скажи, Герда. Герда? Там рыжик. Так, надо дядю Валеру снять. О, все, снимаю. Вот хорошо. Этот диван выпустим. Он старый-старый, ему лет ходили. Ой, какую... Это ж настоящего дерева, он очень... Это бабушник, кстати, мы у бабушки забыли. Да. Ой, вот это вот зеленый. Я же говорю, ты этим не сможешь. А ну, давай. А где рыжик? Он на подоконнике стоит. О, рыжик. Рыжуха моя. Рыжик. Вперед где? Не важно. А, не важно. Ты уже второй тут сказал. Ярусу, то важно будет. Сейчас мне на голову. Мам, уходи, уходи оттуда. Ох, Олег, твои любимые тяжести. Это да. Что любишь тяжести? Вот, Олег, теперь снимаем эти штучки. Снимаем. Давай. Она зона. А зачем их снимать? Ага, туда сейчас будет второй ярус вставляться. Угу. Давайте теперь... Ага, правильно. Правильно, уже... сбоку же. Да, точно. Ой, как я люблю эту кровать. Знаю, как можно детям было. Мам, вытащи тряпку. Подожди, какой? Сними, пожалуйста, снизу. Как ты его ставишь? А, мы неправильно ставим. Че? Правильно же, все. Нет. Нет. Правильно, мам, из-за того, что здесь застряла, что-то здесь не так. Так она... правильно, подождите. Что, а здесь везде дырки? Везде были дырки? Да. Вот чопики были? Ну, там были. И там. А тут только тряпочка. Подожди, где тряпочка? Вот. А вот это все, это неправильно. Там не должна быть тряпочка. А, развернуть надо. Развернуть кровать надо. Все. Какой, не... первый этаж развернуть? Первый этаж развернуть? Да. Все. Ну, тоже сразу не посмотрели. Так, ну, о, все, ставим. Вот это надо нам развернуть.
Стой. Вот, не-не-не. Опускай, пускай. Не, на пол, на пол. Молодцы. Ничего себе, мы молодцы. Пишно ее подкрасить придется, помыть. Никуда я буду стоять, придется не стоять. Давай же убирать вот эту тряпочку. Нет, вот, вот чопик где стоит, чопик. Мы же за чопика. Мам, посудите, оно будет торчать тут некрасиво. Кто? Подожди, да, это а там ничего не надо же. Так и будет, или встанет. А да, чопик, вот, который там будет торчать. Там есть, да? Это... Вот я оператор, я это все снимала. Да. Молодец, Настенька. Ну все, матрасы. Лучше этот наверх. Нет, снизу. И... Нет, так и наверх надо в зале. Куда мне? Нет, так давайте наверх. И зачем так усложнять? Давайте, давайте. Наверх, а на низ сейчас принесем. Да, конечно, я там постелю, постель будет, все хорошо и красиво. На пианино нашла такую красивую. Скатерть или как она? Не скатерть, а накрывашечку. Все, Поля, готовимся выносить. Готовимся выносить. Идите туда, подожди. Не берите пока ничего. Кресло мы берем, чтобы не мешало. Все, он нам не мешает теперь. Так, а теперь что нам в столовой делать? Фу, такого работы это... Опишите, как вам таскать мебель? Это очень хорошо. А тебе? Надо делать добро и помогать. Надо добро делать. Даже не спрашивай, это очень тяжело. Ну я вас поддерживаю. Ой, спасибо. Да. Ты наша поддержка, ты наша опора. Что бы вы без меня делали? Конечно. Берите. Вот это так, все. Так, давай вот эту сторону. Ты сейчас. Хочешь одна? Ну, вытащили. А, подожди, подойди. А я тут напряжалась с диваном, с пауками. Вот это ж мы когда тащили. Уже не знаю, как его. Вот так ставим. Вот так. Вот так тащим. Не. Так, а как же мы... Вот так. О, типа того, да. Сейчас. Нам главное вот сюда его, чтоб... Не, так тоже не пойдет. Так. Подожди. Вот так. Нет, тут он может... Вот так его поставим. Тут он проходит. Давай ставим. А на, как? Вот так на пол. Она, надо понять, что она пришла, а они уже едят и не бегут. Нет, вот, вот сюда. Заходи. Так, давай. Не, 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 не вот эту. Низ, низ. Надо поднять. Надо. Фу. Ну, Валер, давай ты, наверное, вот сюда. Иди, иди сюда. Ну, я там просто его, наверное, не подниму. Мама говорит, тут и тренажерного зала не надо. Муська пришла. Ну вот это, конечно, нацепляли, надо было даже мешать. Вот это. Наклоняем. Почти. Постой, покажи новый абсолютно диван, сейчас только почистим его. Хороший, сейчас я возьму. Дядя Валера, дайте какой-то комментарий по этому поводу. Все мы делаем. И слава богу, получается. А вечером будем говорить об истине и правде, которая нужна всем. Но им надо слушать истинную правду. Потому что, судя по комментариям, я скажу, надо будет сказать так мягко. Судя по комментариям, истинная правда нужна каждый день, чтобы звучало. Это мы заносим куда? В... А это уже поленьки туда, в спальню дальнюю. Аж в спальню, да? Вот
это спальня Путина, это Настина. А ну сейчас мы посмотрим, что там. Какие. Дай какой-то комментарий по этому поводу. Очень тяжело. Но спасибо Валере. Спасибо, потому что мы бы не справились. Это очень тяжело. Даже я вот вроде тяну, но я устала. Алиш, можно я сниму твою комнату? Поменяли мы местами. Поставили теперь диван. Вот так красиво стоит у Поли диван. Шторки новые с Испании повесили. Такой вот уголок спортивный. Это Настенькина комната. Это зал. Тоже подвинули тут диван, и он стал посвободнее и больше. Поставили сюда журнальный столик с пуфиком. Вроде так уютней. И больше места. Валера снимает. И сосед пришел на помощь нам. Вдвоем помогают. Потому что глушит мобильный интернет. У меня нет мобильного интернета из-за вот этой вот головки. Очень высокая вышка. И у всех людей есть интернет, только не у нас. Так. Сейчас я вам покажу кухню. Так, тут пока лежат у нас ковры. Вот так. Ага, сейчас еще Валеру попрошу унести этот телевизор. Он не нужен. Вот так будет выглядеть комната. Здесь, конечно, все я более-менее помою, почищу. Вот. Вот кровать. Там стол будет письменный. Шторы повешу. Будет хорошо, уютно. Смотрите, где любят спать котики. Они вот здесь спят сладкими снами. Двоих девочки забрали. Я уже говорила. Остались втроем они. Мама приходит иногда кормить. Поля вышла на помощь. Что делать? Да ничего. Вот. Ой, спасибо. Мобильный интернет. Спасибо, Вове. Пришел на помощь. Угу. Да, это все. Мы вообще, я собралась, думала помогать. Она очень большая. Очень. Мне кажется, папа устанавливал. Их, наверное, не один был. Еще приходили, по-моему. Тот, который интернет. А, тот, который да, интернет нам установил. Он же, помнишь, назвал, типа, искать какую-то такую, типа, этот. Ну, он с кем-то? Да. Сам один? Да. Ой, как он это ставил. Ж тяжело. Не знаю, но он один ставил. Ого. Смотри, Поль, как хорошо в кухне. Вообще. Тут бы еще пол, конечно, прокрасить. Ну, да. Очень красиво. Так красиво. Мне так нравится. Идет, Поля. Стол тут как раз письменный, хорошо смотрится. Возле окошка можно заниматься. Да. Кровать со стелю. Да, комната. Нормальная, обычная комната. Все помыть, все. Все вымыть и все. Жарко, да, Полюш? Да. Смотри, как пьяненько. А если в белый покрасить? Я предлагаю выкрасить в белый его. Знаешь, как будет красиво? Арское место. Да, отдыхать можно, позастилаю пледами все. Угу. Занавесочки новые повесила. О, красиво. Да, красиво. Шторки еще надо. Да, окна не крашеные, еще подкрасить их. Да. Ах, вы мои зайчики. Спят. Такие красивые, хорошенькие такие. Вот это трое хватит. Нормально. Однажды мы ее строили, а теперь разбираем. Все, она уже свое отжила. Разобрать. И... Ну и все, и не надо. Малинник лучше тут сделать. Или смородиновый сад. Посадите побольше смородины. Помидоры пытаются завязаться и не могут, потому что нет доступа пчелкам. Сюда. Вот. Да и все это уже давно такое гнилое стало. Стекла тоже сыпятся. Я вообще после того, как мы таскали тяжести, я вообще лицо красное, я так устала, ноги, руки болят, еле присаживаюсь. Я уже говорю, хватит, все, уже нету силы. Последний нет, диван тяжелый, мы в сарае затаскивали. Настенька, если бы не Поля так его чуть-чуть да. Поддержала, я бы уже не смогла бы даже
Там Поліна більше сирує, ніж у тебе. А от эту вышку снимали, позвали соседа Володю. 119 на 74. Сейчас будет, наверное, вообще упадок сил. Хирург. Нет. Не хирург. Терапевт. Это же терапевт не идет. Профессор. Не, терапевт. Профессор. Он же все мне диктує, то одне, то друге. Кажу, ти мій професор. Я лише тебе. Розслабся. Сто восемь на 66. Да, то маленький. А я вышла сюда собирать клубничку. Клубничка небольшая, но очень сладкая. И смотрю, ее тут очень-очень много. Вот сейчас соберу. В общем, померили мы давление. У меня 108 на 66. Низкое давление, но у меня вообще оно по жизни такое низкое. Вот, ну, устали сегодня тоже. Сколько дел переделали. Поэтому сейчас надо подкрепиться витаминами. Вообще там что-то сейчас покушаем. Настенька, я их обула. Ты можешь там что-нибудь найти себе? Найди себе. Так, я порву. Ну что, она скоро выгорит. Отойдет. Ты будешь собирать? Давай. Тут ее много. Так много. Смотри, сколько ее. Видимо, невидимо. Привезли ковер бабусе. Он у нас лишний был на кухне, поэтому отдаем ей. Постираем, и будет у нее в зале. Так, дождь пошел. Отлично. Сейчас закрыть окна надо в машине. Кот ходил. А что там кот делал? В машине был кот. Ох, а хулиган. Проверял. Что проверял-то? Ну, ливень-то прям. Надо клубничку пойти дособирать. И солнышко, и дождик. Все, закрыла машинку. Помоется. Мусенька, Муся. А ты ее снимешь ведь? Угу.